Приветствую, дорогой зритель! Сегодня мы поговорим о лучших беспроводных наушниках, которые способны будут потягаться с так называемым эталоном качества – Apple AirPods. В топе будут как бюджетные модели, так и настоящие титаны сегмента. Начнем, естественно, с более доступных вариантов, к коим и относится данная модель. Смотрится она, конечно, далеко не как бюджетник, скорее как недорогой предтоп, ведь дизайн выполнен максимально строго и необычно. Аудиохарактеристики вполне стандартны для любых наушников подобного плана, даже проводных. Что же касается функции беспроводного звучания, то модель может похвастаться передачей аудиосигнала высокой четкости, поэтому потерь и снижения качества музыки точно не будет. Все основные функции, вроде голосового набора, управления, тоже имеются. В комплект, конечно же, входят и станции для зарядки. Проработать интерстепы могут до 4 часов в режиме разговора. Среди недорогих моделей это один из лучших вариантов. Пятую строчку занимают наушники от одного из самых популярных аудиопроизводителей нашего времени. Специализация именно на аудиодевайсах помогла создать практически идеальные по звучанию наушники по приемлемой цене. Возможно, кому-то дизайн этих наушников может показаться слишком простым, но это ведь далеко не главное. А главное – это мощные басы и возможность подзарядки наушников в кейсе целых 3 раза от 0 до 100% без зарядки самого кейса. К сожалению, здесь нет передачи высококачественного аудиосигнала и некоторых других стандартов. Но если вы хотите, чтобы вас прям реально трясло от музыки, и вы действительно любите подобные ощущения, то лучшего варианта вы точно не найдете. Ну а теперь перейдем к более дорогому сегменту. Здесь стоит выделить Jabra Elite. Этот производитель решил уделить гораздо больше внимания, чем все остальные, разговору с помощью наушников, ведь тут имеется отменная система шумоподавления, которая обеспечивает высококачественный и чистый голос при разговоре. Дальность применения при этом достигает целых 10 метров. Зарядить наушники вы можете всего за 15 минут чехле. Всего 15 минут, вы представляете? Ну а по качеству звука здесь нет никаких нареканий. Все достаточно чисто, тонко и звонко и по красоте, как говорится. Хотя особых излишеств вы, наверное, не услышите, поэтому ценителям прекрасного стоит пройти мимо. Но для всех остальных, особенно для деловых людей, Jabra Elite подходит идеально. Такие пользователи оценят и строгий дизайн, без молодежных примочек. Да, Apple является владельцами Beats, но все же это не значит, что это те же самые AirPods, хотя процессор у модели абсолютно одинаковый. Однако, этот вариант подходит активным людям, ведь наушники обладают специальной дужкой, не дающей им упасть даже во время самого активного бега или любого другого вида спорта. При этом производитель предусмотрел активную защиту IPX4, не дающей воде или пыли навредить наушникам под любым углом. Автономность составляет аж 8 часов без подзарядки. А если все же использовать кейс, то вы сможете проходить с устройством почти целые сутки. И это просто невероятный показатель работы для подобных девайсов. Единственным неудобством можно считать сам защитный кейс, ведь из-за формы наушников он получился довольно громоздким. И стоит ли говорить о звучании, учитывая, что это эдакий спорт-вариант AirPods? Мы думаем, что тут и так все понятно. Еще один вариант спортивных беспроводных наушников, но теперь уже от известнейшего бренда-производителя аудиотехники. Именно это позволило создать идеальное звучание в таком маленьком корпусе. Низкие и высокие частоты поразят вас своим качеством. Басы умеренные и довольно сочные. Меломанам это покажется раем для ушей. Благодаря спортивному уклону, эти наушники получили влагозащиту, как и у Beats, поэтому дождь, пот и пыль им не страшны. Любого спортсмена привлечет и дизайн устройства, ведь если предыдущий участник топа может понравиться далеко не всем, то здесь наушники выглядят стильно и максимально классически, хотя они будут также крепко сидеть у вас в ушах. Главный же недостаток – это довольно долгая зарядка до 2 часов и скромная автономность. Технология NFC, передача аудиосигнала высокой четкости, активная система шумоподавления, влагозащита, голосовое управление, быстрая зарядка и прекрасное звучание – все это относится к нашему лидеру. Да, по качеству звучания эту модель немного обходят Шенхайзеры, но мы говорим о прямом конкуренте AirPods, а в плане дизайна и технических характеристик нет никого лучше представителя от Sony. Ведь дизайн – это то, что в несколько раз превосходит эталон от яблока. Может быть, это и вкусовщина, но только посмотрите на эти идеальные формы и красивейшие детали. Если это не идеальный вид беспроводных наушников, то в мире явно что-то не так. При этом Sony постарались придать устройству индивидуальность, чтобы любой человек, надевший их, смог бы выделиться в толпе. Ну а звук здесь безупречен. По качеству он практически равен AirPods. Поэтому, если вы хотите себе самые красивые и надежные беспроводные наушники, и вы не очень-то любите форму попсовых AirPods, то стоит выбрать именно модель от Sony.
вы точно не пожалеете. На этом топ беспроводных наушников конкурентов AirPods подошел к концу. Попробуйте выбрать что-то для себя. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!